учетом еще 40 минут второго. Времени предостаточно, чтобы Космосу что-то организовать. Вот опасный момент и гол! Гол забивает, конечно же, Космос. Тут ошибка обороны москвича в первую очередь. Что смог, сделал вратарь москвича. Но этого не хватило, чтобы отразить опасную атаку. На повторе можно видеть, как было. Так, он со своей половины поля. Макаров на Шанхоева. Обратная передача на капитана. Есть момент. И судья указывает на точку. Стремительная атака в исполнении футболистов Космоса. И зарабатывают они право на 11-метровый удар. И к мячу уверенно подходит капитан команды Тамерлан Шанхоев. Устанавливает мяч на точку. И смотрим мы за исполнением 11-метрового удара. Удар. Гол. 1-0. Тамерлан Шанхоев выводит свою команду вперед. Уверенно реализовал этот 11-метровый удар. Хотя голкипер и угадал направление полета мяча. Но справиться с таким ударом было практически невозможно. В эпизоде фиксирует арбитр, и уже хозяева получают право на достаточно опасный штрафной. Быстро они вводят мяч в игру. Есть момент, удар. Еще удар, 3-0. И вновь Шанхоев становится автором забитого мяча. Первый его удар буквально с линии ворот вынес игрок гостей. Но повторным ударом капитан Космоса отправляет мяч под переклад.